Вы смотрите «Дресс-код». Если речь идет о шопинге во время кризиса, то надо отнестись серьезно к предложению и выбрать самое выгодное. Например, вы идете по магазинам и готовы потратить сумму на нужную вещь. Мы вам поможем и выберем комплекты и обувь, в которых соотношение цена-качество идеальны. Пройти по торговым центрам города – это вам не дело на полчаса и даже не на час. К тому же где-то в центре – дорого, где-то на периферии уже забыли, когда получали новую коллекцию. Оптимальными антикризисными предложениями могут похвастаться не все. Давно ли вы были в торговом центре Бишкек-Сити? А вот я недавно заглянула и была приятно удивлена тем, что центр работает, имеет в своем ассортименте несколько брендовых бутиков с одеждой и обувью. И, пожалуй, это лучшее антикризисное предложение на сегодня. Зиму-то никто не отменял, одеваться хочется и модно, и тепло, и красиво. Итак, начнем с уже известного немецкого бренда одежды Leroz. И выберем несколько луков в стиле casual сезона осень-зима. Вот так модно и по-европейски сдержанно выглядеть стоит, приобретая базовые и очень качественные вещи. Базовые – это значит, к ним подойдет впоследствии аксессуары и обувь в сочетании с остальными дополнениями к этому гардеробу. Девочки, вам нравится, когда мужчины выглядят достойно? Но не каждому по карману итальянский инт-пошив. И здесь на помощь приходит бюджетный, но не менее качественный польский бренд Bouton, который существует с 1945 года. Если хотите знать об этом больше, оставайтесь у экранов. Без брюк и пиджака мужчина не может устроиться на хорошую работу, произвести впечатление на партнеров по бизнесу, сходить на свадьбу или на большой той. Тима и Майкл, хотя и молоды, но вполне солидно смотрятся в пиджаках от Bouton. Вельветовый цвета спелой хурмы или цвета меда шикарно подчеркнул темную кожу Майкла. Тима же выглядит свежо в холодных тонах, не правда ли? А как же женские польские коллекции? В Поланде есть варианты больших размеров одежды. И для стройных тоже найдется, как наша Симона и Акмарал. Туфли, ботинки, сапожки, искусственные дубленки, платья на любой вкус. Поведаю о вкусняшках и приятных бонусах в предрождественский период. Во-первых, 11-12 декабря в торговом центре Бишкек-Сити скидки и обслуживание до 24 часов. И, внимание, лотерея. Ежегодно в декабре разыгрывается огромное количество призов и подарков. Подробнее можно узнать здесь, на втором этаже торгового центра Бишкек-Сити. Итак, тема этого сюжета – антикризисный шопинг. Сегодня мы выясняем, как, где и почем можно одеться, обуться и сделать свой базовый гардероб. А также выясняем, где лучшее соотношение цена и качество, причем качество европейское. Есть еще один большой плюс. Все это находится в одном месте – на втором этаже торгового центра Бишкек-Сити. Итак, если вы готовы сделать правильные покупки и продуктивно потратить деньги на хорошую вещь, то моя первая рекомендация – это Leroz. Немецкий бренд для мужчин и женщин – сдержанный, лаконичный, качественный. Bouton – польский мужской бренд для любителей классики и стиля casual. И, конечно, Поландия – это место, где есть и обувь, и одежда, вполне доступные цены и отличное качество. И так как я сегодня делаю шопинг-обзор для вашего бюджетного гардероба, могу сказать, что такого выбора и таких лояльных цен нет нигде в городе. Оля Чи специально для вас, зрители Dress Code.